Сьогоднішній наш турнір є 20-м ювілейним. Це найстаріший турнір в Україні «Діти України». Також в рамках цього турніру проходить у нас Кубок України у розділі «ПУМСЕ» в формальних комплексах та командний чемпіонат України, де змагаються дорослі та юніори. Турнір є візитівкою нашого міста і також він є рейтинговим турніром, по котрому відбираються спортсмени до національної збірної. Вони набирають свої бали. Серед дорослих це один з головних стартів. Це майстерський турнір, на котрому у нас багато дуже закривається майстрів спорту. От, в ньому приймає участь 6 чоловічих, 6 жіночих команд, 2 юніорських та 4 чоловіки-юніори приймають. Такі запеклі дуже бої у нас. Загальна кількість учасників близько 800 людей. В самому «Діти України» ми вже втретє проводимо ще також у двох розділах. Це «Кіруги», спаринг та формальні комплекси «ПОМСЕ». Хочу поздоровити всіх спортсменів з наступаючим Новим роком, Різдвом і побажати всім великого натхнення на змаганнях, також фарту, без нього спортсмену, ну ніяк. Ну і, звісно ж, отримати удовольствие. Дякую. Этот год у нас уже завершающий. Я думаю, что в этом году наша сборная команда очень хорошо выступила на чемпионате. Единственное, где мы не взяли медаль, это чемпионат мира. Остальные все старты, чемпионаты мира, Европа, кадеты, молодежки, взрослые, везде взяли медали. Что касается следующего года, очень такое насыщенное календарное соревнование. Это опять-таки чемпионат Европы, отбор на Олимпийские игры. Конечно, мы в основном всем ставим, чтобы попасть на Олимпиаду. Я думаю, что у нас есть шанс как раз в следующий год будет, к сожалению, только два. Если раньше была первая тройка отборная Олимпийские игры, в этом году только финалисты попадают на Олимпийские игры. Мы рассчитываем, у нас есть очень хорошие, сильные спортсмены, которые в этом году показали хорошие результаты. Это Вороновский, это Рамалданов, это Боднар, это вот еще Гарбер. Я думаю, что в принципе еще и другие спортсмены, которые могут, но мы еще будем смотреть, но в данный момент, я думаю, что как раз эти спортсмены, которые я озвучил, они сегодня являются кандидатом на участие в телевизионный олимпийский турнир, который будет в Италии. Сегодня я представляю на командном чемпионате Украины Харьковскую область. Год сложился удачно, было приятно, что сегодня наградили кубком и грамотой. Год сложился. В этом году стал третьим на Всемирной универсиаде, еще стал третьим на Европе экстра-класса и первым на чемпионате Европы среди студентов. В целом доволен своим выступлением, но есть к чему стремиться. В следующем году будем отбираться на Олимпийские игры и будем делать больше. Эти соревнования являются уже последними в этом году. Мы таким образом заканчиваем уходящий 2009 год, заканчиваем этот сезон. Данный год был для нашей команды успешным, как и для сборных, так и для лично моей команды. То есть сборная по молодежи у нас в этом году на чемпионате Европы в Швеции заняла третье командное место, что есть историческим результатом, историческим фактом для нашей украинской сборной. Сборная кадетов с чемпионата мира привезла 2 золотые медали, что есть тоже очень высоким показателем, очень высоким результатом. Юниорская сборная также себя хорошо проявила, тоже были медали на чемпионате Европы, который состоялся в Испании. Также этот год был примечательным лично для меня тем, что был удостоен государственной награды президента Украины Владимира Зеленского, что есть для меня, скажем так, высокой планкой. И как бы не хотелось ниже этой планки опускаться, а двигаться только вперед к новым вершинам, новым успехам. Всех с наступающим Новым годом, здоровья, мира, добра, спортивных успехов, всего самого наилучшего в наступающем 2020 году.